Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Гироскутер Шоп. С вами его ведущий Дмитрий Дрогин. И у нас новинка на нашем канале. Еще этого самоката не было. Сицибо Пантера 2.0. Встречайте! 10 тысяч ватт, 72 вольта, 50-й аккумулятор, 50 ампер на призматиках. Это просто пушка! Я не знаю, самолет! И в этом видео ты увидишь. Я помню 5 лет назад, когда индустрия электросамокатов только начиналась. Были такие маленькие самокатики типа джекхота, весили они там 10-11 килограмм, дальность у них была 10-20 километров, у некоторых чуть больше. Потом какая-то вышла модель типа Kugi S3, аккумулятор был 8 ампер, вес там 12 килограмм. Потом Xiaomi взорвал рынок M365, 12,5 килограмм веса, дальность под 30. И все это развивалось. Много компаний: Ультрон, Якомура, Дуалтрон, Мини Моторс, Спецсаваж, ну, много компаний. White Siberia вышли на рынок электросамокатов, и тут появился он. Сицибо. Дракон какой-то. Парни, эта штука весит 70 килограмм. Вы только вздумайтесь, 70 килограмм, а запас хода далеко за 100 километров. 50 ампер, 72 вольта, 10 киловатт, ну куда? Скорость, я видел на ютубе, 100 километров люди разгоняют. И он и больше, я думаю, поедет. 100 километров, возможно, 110 даже попрет эта махина. В зависимости от заряда аккумулятора, от вашего веса, от наклона дороги, да? Ну куда? Ну казалось бы. Но что дальше-то будет тогда? Ну вот, пожалуйста, встречаем. Значит, изменена ферма. Это у нас Пантера 2.0. Пантера, знаете, животное, хищник. Изменена ферма, в отличие от первой версии. Она сделана в стиле, ну, не будем врать, Т-128 Ультрон. Похож? Похож. Добавили просто многомиллионную подсветку. Есть у нас пульт. Руль по высоте, вот как просто у электросамокатов, не отрегулировать, но он регулируется, сука. Правда, придется болты все пораскручивать, полностью ферму посадить ниже. Вот у нас есть специальные отверстия. И, пожалуйста, можно сделать его и ниже, если вам кататься будет так некомфортно. И здесь тоже, кстати, болты чуть ниже можно посадить, раскрутив. Очень большое количество кнопок. Сейчас поподробнее я про все эти переключатели вам расскажу. Есть такие пульты специальные, которые ограничивают скорость. Нажимаешь кнопку, и 25 он больше не едет. 25, как джекхот, как Xiaomi. Типа вы такие: у меня тут 250 ватт, все нормально, права не нужны. Я... Ну как вообще, вы подумайте сами своей головой. Человек к этому, ну это же это куда? 10 тысяч ватт, 100 км. Дальше 100 километров можно уехать на этом самокате. То есть это конкретно уже, ну, сел и в клин поехал, нет проблем. Вы представляете себе? Пожалуйста. Радиаторы вынесли на охлаждение на улицу, демпфер стоит усиленный. Мощная мотоциклетная вилка, переработанная, доделанная, она внутри с маслом специальным, как у настоящего мотоцикла. Фары, артики стоят, две штуки, сейчас мы их включим. Одна кнопочка зажигания ангельские глазки включает. И у нас еще есть 6 линз, по 3 на каждой фаре, с радиаторами охлаждения. Даже сейчас вот теплая, я приехал сюда, включаем, бам, свет. Свет так, что ночью, как и днем, понимаете, да? Сигнал стоит стандартный, как у всех мощных электросамокатов. Все провода убраны в специальную защиту от перелома, от изгиба, от того, чтобы собака там не покусала. Моторка колеса, провод выходит через траверсу. Траверсы усиленные, руль весит немало. Эта ферма прилично нагружает ваш электросамокат, но и вида дает она ему колоссального. По нашим кнопкам. А, еще подножка, смотрите, какая. Если вам не нравится, что он заваливается, можно поставить повыше, пониже, чтобы самокат выровнялся. Пожалуйста, все это делается, вот регулировочное отверстие имеется. Демпфер у нас регулируется по мягкости и жесткости. Можете, пожалуйста, себе выставить, как вам надо. Здесь, опять же, провода и подсветка на колесах даже есть. Убраны все через траверсы, но подсветка – это лишнее. Наверное, вода попадет. Может быть, это не точно, но, скорее всего, от воды, наверное, что-то произойдет. И, в принципе, вообще,
покупая такой мощный, дорогой электросамокат, вы, пожалуйста, делайте сразу у нас гидроизоляцию, потому что об этом вы точно не пожалеете. Вода, не вода, уже будет как бы, ну, уверенность какая-то в том, что вы на нем можете доехать. Вдруг дождь пошел, и вы в Питере живете, там погода меняется каждый час. Ну как без гидры ездить, ребят? Давайте делать. Значит, по наворотам USB-порт для зарядки вашего телефона, или вы можете поставить сюда колонку, слушать музыку на всю. Поворотник левый, поворотник правый. Сверкает, видите, как красиво? Это я так вставочку сделал. Сигнал, пам-пам, мощный, как у мотика. Отключение всей подсветки, раз в кустах засели, да, нажали кнопочку, подсветочка вот эта, раз, вся погасла, спокойненько там, значит, находитесь. Отключение подсветки колес, если видите, оп, оп, тоже можно ее сразу отключить. Ангельские глазки, ага, и сами 6 линз зажигаются и отключаются с помощью вот этой вот кнопки. Классика, вольтметр 72,4, у нас сейчас заряд, руль складной, два ключа, два брелка, брелки ограничивают скорость до 25, нажали кнопку, после 25 не поедет. Ну, не знаю, для чего это, для ребенка, хотя какого ребенка на эту пантеру сажать, какого ребенка вообще, извините за мои такие прям амбиционные, скажем так. QS-S4 дисплей стоит, сейчас у нас пробег 0, старт 0, нет проблем, можно все выставить. Скорости, три штучки у нас стоит, да? Третья, самая мощная является. И тормоза XOT гидравлика на минеральном масле. Оно здесь и написано на английском языке. Переходя в заднюю корму самоката, мы здесь имеем тоже подсветочку на мотор-колесах, которая не знаю сколько проработает. Вот такие вот специальные разъемы для установки сидения. Здесь ставится сиденье, оно в комплекте есть. И у сидения вот точно такая же есть подсветочка. Вот, многомиллионная, да, здесь ставится. И вот она подключается этими коннекторами. Диски тормозные 160-е. Вот видите, XOT суппорта стоят. Подсветка с двух сторон колеса. Новая подвеска от компании А5. Значит, она у нас пневматическая, воздушная. С регулировкой можно накачивать. Сколько атмосфер накачаете под ваш именно вес, так как подвеска работать и будет, это очень большой плюс. Значит, вот они, поворотники наши. Пожалуйста. И здесь дублируется, и здесь дублируется. Но чтобы вас было видно, со всех сторон улицы. Значит, по подвеске есть отдельные вопросы у меня. На старой версии я на ней катался. Не сильно много, но катался. Были там пробои, были там всякие нюансы. Эта подвеска доработана, попробую я на ней попрыгать. Мой вес 95 килограмм, посмотрим, что получится. Поехали. Воу! Прям вот так вот мягенько ловит тебя и останавливается. Ну-ка еще. Видели? Короче, раз и останавливается. Ловит, ловит тебя. Чувствуется сейчас то, что передняя подвеска, значит, у нас настроена более, там прям как у паровоза. Слышно, как масло гуляет. Хоп. Более потверже, а задняя более помягче. Вот под мой вес сейчас необходимо ее поднакачать. Чуть-чуть побольше сделать атмосфер. И она будет отрабатывать ровно так же, как и передняя. Пробоев не слышно. Работает она отлично. Мы сегодня с вами прокатимся на этом звере. Еще увидите, на что способна она. Механизм складывания. Чтобы самокат сложить, необходимо открутить эти болты. Только после этого фиксатор позволит вам самокат разложить. Чтобы снять крышку деки, откручиваем все эти болты, все эти, убираем упор под ногу, снимаем эти болты, только после этого можно крышку снять. И там мы встретим много проводов. Там просто такая кипа проводов, что вы обалдеете, если туда внутрь заглянете. Поэтому обязательно делайте гидро, чтобы вода не помешала эксплуатации вашего зверя Пантера 2.0. Эмоции с первого взгляда. Естественно, все прохожие обращают внимание, спрашивают, что это такое, что это за грифон такой, что с ним делать, сколько стоит. Но он уже переходит 12 колес, стоят 12, можно поставить 14, нужно будет крыло немножечко вверх только поднимать, удлинять, скажем так, рычаги. Крепление, что спереди, что сзади, скорее всего. Сзади точно, спереди, я думаю, спереди тоже.
14-й можно поставить, представляете? То есть давайте подумаем, Пантер 3.0, Пантер 5.0, что там будет? Вот такие вот колеса КамАЗа, скорость 300, дальность 300, да? Ну, понимаете, я вам только что рассказал историю, как все начиналось. И вот за эти вот там буквально 5-7 лет, бабах, с неба такая спустилась, Пантер 2.0. Значит, по тому, для кого этот электросамокат вообще предназначен. Я вижу это прям, ну, семейство байкеров, любителей активного отдыха, красачи, мотики, спорт, да, что-то вот в этом стиле, но где-то вот, ну, надоело на спортбайке гонять, да, там, возраст не тот или что-то еще. Здесь же он стоит дешевле, чем мотоцикл купить, понятное дело. Приобрел себе за городом, да катайся, кайфуй. Даже, в принципе, по Москве, по городу, да, в летнее время, ну, улет, два мотора, скорость только вот как бы, ну, 100 и больше. Скорость есть, дальность есть. Пожалуйста, для любителей экстрима однозначно. Но вот как-то к девушкам не хочется его относить, и к детям, к подросткам тоже. Вот лучше уж совершеннолетние ребята, отчаянные, как говорится, готовые на все ради экстрима, адреналина. Ну вот для этих людей он и создан. Я в этом уверен. Слабо себе представляю пенсионера на нем такого сидящего и едет на первой передаче или поставил себе 25 и больше бы не ехал. Ну, все возможно, конечно, но у него как бы другая совершенно аудитория. Именно вот прям, ну, зверская скорость, офигительный старт с места, подъем практически в любую гору. Все вот для экстрима и адреналина. Только вот Пантере 2.0 в одно так скомкали, и, пожалуйста, для вас он уже здесь. Доступен к покупке хоть сегодня. И многие люди уже его приобрели. То есть вы там посмотрите, скажете, да кому он нужен, да кто их покупает? Ребята, их покупают. Их реально покупают. Они не просто так сюда приезжают, мы не просто так видео снимаем. Их реально покупают, делают гидроизоляцию. Кто-то ставит сиденье, кто-то еще доп-свет ставит и катаются. Вот такой вот электросамокат. Я предлагаю вам сейчас, значит, прокатиться на этом звере, понять какую-то небольшую сущность. У нас сиденье сегодня не установлено, то есть прям так стоя будем гонять. Посмотрим, как он там набирает скорость, как это все, ну, в реальных ощущениях. Вешаем камеру на грудь и поехали. Итак, дорогие друзья, включаем Пантеру. Стоит первая скорость. Начинаем наше движение. Надеюсь, все видно. Но на этом, как говорится, в самокате бишь лес, тропинки, экстрим, горы без проблем. Это, я думаю, вам понятно сразу. Такой монстр на 12-х колесах. Немного проедем. Так. Маленько ускоримся. У нас первая передача сейчас стоит. Газ на всю. Ага, еще и эко-режим стоит. На наших брелках стоит сейчас защита. Нажимаем. Попробуем. О! Ё-моё! Защита снимает 40 за, я не знаю, за 2 секунды, что ли, было. Да он свистит, шлифует. Да, нехило. Мне, честно, в парке страшно. Вот здесь нажимаю. Воу! Бешеное ускорение. Фух. Да, не, ну это для прям настоящих экстремалов, конечно, самокат. Ну, это прям вообще мягенько проходит все неровности, все стыки. Так, сейчас секунду поправлю. Угу, поехали. Я думаю, на третью даже смысла переключать нет, потому что еще быстрее шлифуй, 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 шлифуй. Аж адреналин сразу у него, это видели? Вы видели, как он шлифует? Так, это страшно. А если поставить блокировку? Давайте нажмем, попробуем. Так, первая скорость. Нет, еще не сработало. Нажмем здесь посерединке. Попробуем.
Так, пока что не сработало. Ну-ка, надо, может быть, полностью остановиться. Давайте. Закрыть замок. Пока не закрывает. Ладно, с этим надо разбираться. Слушайте, ну, ускорение. Ускорение. Сейчас попробуем включить, выключить заново. Оп. Вот здесь никого нет, ребят. Да ну нафиг, он просто шлифует. Это еще первая передача стоит. Я думаю, вы поняли, да, для кого этот самокат сделан. Листья разлетаются в разные стороны. Кататься на нем можно как по асфальту, так и по неровностям. Вообще проблем никаких у вас не будет. Сейчас мы поедем в эту сторону. Хоп. Захотели съехать, просто раз, раз и все. Он бесшумный, подвеска шикарная. Поэтому, конечно, у него есть свой покупатель. Разгоняется он очень бодро. Короче, самокат для экстремалов, для любителей скорости. Катайтесь в нем, пожалуйста, аккуратненько. Вот. В защите, в экипировочке. И, пожалуйста. Ну, шикарно. Все обращают внимание, все смотрят. Самокат может многое. Даже порой страшно нажимать на газ, потому что ускорение уж очень больно быстрое. Вон там едет Куга М4 Pro. Представляете, да, как я нажму на газ и вырвусь в лидеры. Воу! Фу. Ну и на всей скорости, ребят, давайте. Ай, мошка в глаз попала. Блин, тормозим. Сейчас. Опа. Вот такие тоже бывают случаи, когда ездишь без защиты, без визора. Мошка в глаз попала, и все. Ехать дальше не можешь. Так, в общем, обалденный самокат. Самый топовый у компании Сициба. Давайте подводить итоги. Ну что, дорогие друзья, поджилки трясутся и блин, адреналин вырабатывается, сумасшествие какое-то. У меня мошка в глаз попала, я же пришлось сразу остановиться. Ну, бешеное ускорение. Вот эта штука, да, 25 ограничивает скорость. Самокат весом 70 кг. Со скоростью 100 и выше километров в час, с дальностью далеко за 100 километров, с огромным клиренсом. В комплекте у него, кстати, два зарядных блока по 5 ампер. То есть, если двумя зарядками сразу заряжать, 50 ампер зарядится за 5 часов. Достаточно быстро, да? Такой прорыв среди времени зарядки аккумуляторов, потому что обычно аккумуляторы заряжаются долго. Здесь у нас 5 часов и огромная банка на 50 ампер заполнена на 100% и готова к путешествиям и покатушкам. Множество подсветки, множество кнопок, управление этими подсветками, также пульт, сиденье есть в комплекте, да, тоже с подсветочками, которые устанавливаются через штекеры, я вам показал. Маркировка, самое главное, 250 ватт присутствует. Посмотрите. Power 250 ватт. 50 ампер, 72 вольта, 20 S1P, 12 колеса, Пантера, дат производства 23 год, 15 часов 6 месяца. Вот эти штекеры, да, я вам показывал, для того, чтобы поставить сиденье подсветку. Радиаторы, которые я говорил вам ранее, вот, кстати, тепленькие даже, я покатался, ну, слегка, еле-еле, но уже тепленькие. Наваливал вот я с нуля, сколько ускорения сделал. Это подсветка КСОД, XOD, минеральное масло, гидравлические тормоза, 160-мм диски, крылья такие в стиле карбон, фары, мы с вами уже поговорили, 6 линз. Можно вот так, можно вот так, можно вот так, можно вот так, можно сразу так. Ну, как вам нравится. И все-таки, если подводить итог, то данный электросамокат подойдет для любителей спорта, адреналина, я уже говорил, да, прошу прощения за тавтологию, какие-то мотоциклетный спорт, красачи, байкеры, любители адреналина, любители острых ощущений,
любители скорости. Вот. Единственное, что будьте аккуратны, пожалуйста, самокат бешеный, имеет 10 тысяч ватт на 72 вольта и 50-й аккумулятор. Но это уже вам не шутки, вес его 70 килограмм. Это огромная махина, доступна уже к приобретению сегодня. Делайте гидроизоляцию в нашем сервисном центре. Первым 5 покупателям мы сделаем скидку на гидроизоляцию, это будет вам приятный бонус от нашей компании. Пожалуйста, подписываемся на канал, впереди только самое интересное. Ставим лайк, то есть палец кверху, бьем вот так со всей дури в колокольчик. Адреналин вот в сердце вот до сих пор есть. Уже прошло минут 5-7, как я катался. До сих пор я стою, у меня такой легкий мандраж. Наверное, потому что я был без защиты, этого делать нельзя категорически. Кататься надо в защите, вы это понимаете, потому что, ну, куда? Просто капец. Значит так, звоните, заказывайте. С вами был Дмитрий Дрогин. Всем хорошего настроения. Пока-пока.